Помещение заполнено коробками. Повсюду мягкие игрушки, вещи, продукты. Волонтерские пункты жителей не перестают приносить вещи первой необходимости для беженцев из Донбасса. Говорят, просто невозможно остаться в стороне. Ой, ну как же не помочь-то? Люди приехали с одной маленькой сумочкой, у них ничего нет. Мне их очень жалко, искренне. Поэтому я вчера поехала и не туда забрела. Сегодня уже все узнала по интернету, где точно позвонила. Ну вот сегодня зашла. Сейчас важна любая помощь, любое участие. Дети поддерживают сверстников письмами, передают игрушки. Нам приносят игрушки, передают дети свои игрушки и просят, чтобы адресно передали детям. Девочка из Апрелевки вот передала мишке, единорожков. Мама привезла это, просила, чтобы это адресно передали детям. Всю гуманитарную помощь сортируют и раскладывают по коробкам. Волонтеры Подмосковья работают на пункте практически круглосуточно. Мы перебираем вещи, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются, потому что мне кажется, что каждый человек может оказаться в такой ситуации, и у каждого человека должна присутствовать все-таки человечность, поэтому мы решили помочь. И неважно, как помогать, морально или физически, должна присутствовать какая-то помощь. Те, кому пришлось экстренно покинуть свой дом, принимают помощь со слезами на глазах. Конечно, благодарность, большая благодарность людям, что так отнеслись. Собранная помощь отправляется беженцам во все города Московской области, где размещают людей. Подробную информацию о том, как помочь, можно узнать на сайте волонтеров Подмосковья. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».